друзья! Всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Запах пороха, как утренний кофе. Рассвет и закат, как бальзам. Как же здорово на охоте, говорю я всегда друзьям. Посидишь у костра с гитарой, на рассвете да будешь черка. Позабыв городские печали, возвращаешься снова сюда. Здесь ты просто охотник-добытчик, рядом только свои пацаны. Нет медалей и знаков различий, только степи, природа и ты. И нет на свете лучше этой драмы. Охотники из Инстаграмы расскажут первыми об этом, засняв на телефон все это. Контента лучше нет на свете, чем встретить солнце на рассвете. Стрелять, охотиться, рыбачить и байки у костра судачить. Так, всем привет, у нас новое утро, новый день. Вот. Сейчас только прошли две стаи большие, но сегодня мы запозднились, время 5 утра. Ждем. Вот, сегодня воскресенье уже. Завтра крайний день охоты. Ну что? Что? Я надел счастливую кепку. Сегодня будет. Вот и солнышко поднимается. Был первый налет. Лед, а мы мазилы. Вышло тут солнце из-за тучки. Дальше все знают. Можно будет, пацаны? Сейчас над нами будут. 30 метров. Готовьтесь, над нами. Ёбан. Давайте. Опа, вот еще тот, одну. Тому хорошо попало тоже. Риса, пошли. Вот, еще одного несут. Он я прям в канаву упал, да? А? В канаву прям? Не, он прям вот. О, того добивают. Я не видел, собака да какого. Собака тут-то притащила уже. Ну, хорошо всадили. Не, крыло вот этим последним выстрелом. Нормально его распирачивал, да? Угу. Нормально. Вон, прям насажали. У него крыло сломано. Вот как раз вот это. Вот, вот она, бам, и... Вот, взяли еще два штуки. Тут такое стадо летало, дядя Сереж. Ну вот, оно тут прошло над нами. Давай. Обоих! Обоих, блядь! А вы мазилы! Да, вы мазилы! Одного я тоже. Мазилы! С первого выстрела я попал, блядь, да. Не-не-не. Я его и бил, блядь. Я подождал, когда вы выстрелите. А потом уже. Снимай. Ищи, моя хорошая, давай. Попал, а второй попал.
Мазилы? Мазилы, да. Рейс, давай, давай. Давай, скажи, так заказывали. Вот тут, тут еще лежит один. Резко, давай, молодец. Молодец. Ага. Умница. Ну смотри, как красиво, да? Вот что. Классика. Все, план выполнил. А смотри. Да, план выполнил на сегодня. Подрабатывал? Да. Вот идут, бля. Да. Ты, я говорю, когда я тебе сказал, мани, Ваня, давай, мани. Я до последнего держал. До последнего держал. Давай. Рис, молодец, иди сюда. Рису, дай. Иди ко мне. Иди сюда, моя хорошая. Иди ко мне. Давай. Молодец. Иди сюда. Молодец. Домой. Иди сюда ко мне. Молодец. Рис, иди второго добираем. Рис, иди ко мне. Ко мне. Иди сюда. Пошли. Вон он. Пошли. Иди, ищи. Рис, ищи. Ищи вон он. Ищи, ищи, ищи. Пошли. Ищи, ищи. Ищи, 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 ищи. Пойдем, пойдем. Он держит. Вон он. Ищи, ищи, ищи. Ищи, ищи. Вперед, вперед, вперед. Ищи, ищи, ищи. Ищи, ищи. Тихо, дядя Сереж, не ругайся. Молодец. Отрисайся, отрисайся. Молодец. С полем. Все. Домой. Отдыхай. Все. Завтра рано. Да, завтра рано вставать. Все, ребята. Так, вот у нас прошла сегодня охота на гуся. Очень успешная вечерочка. Собираемся домой. Завтра у нас крайний день охоты в Подмосковье. Всех с полем. Молодцы. С полем. Да. Вот так вот. Удачные, красивые налеты. Да. Куда идем мы с пятачком? Большой, большой, секрет. Все довольны и счастливы. Да. Молодцом, да, Коль? Впереди! Бейте! Все, все, все! Все! Не дай ему и так. Белка, вперед! Пошли, рисы! Вперед, вперед! Вперед, белка! Молодцы! С полем! С полем, мужики! Бей, Матвей! Бей, Матвей! Есть! Последний выстрел! Этот, смотри, утягивай. Смотри, куда идет. Куда идет, смотрите. Сейчас я его вызову. Лапки свесил. Нет, все, я пошел. Пошли, пошли вместе. Ищите двоих. Блядь, я вот этого, блядь, еле ел. Два выпало. Вас два взяли. Не, я как оставайся. Три. Мне казалось, три. Три? Три здесь. Два сперва, потом вот этот. Проходили, я без перезарядки, блядь, не хожу никуда. Чё? Без перезарядки я больше... Сняв на телефон все это, контентал.
лучше нет на свете, чем встретить солнце на рассвете, стрелять, охотиться, рыбачить и байки у костра. Что надо сказать? Не забываем подписаться на канал. И спецназ не кучка пидорасов. Вот. Молодцов.